21 июля 1976 года тяжеловес из Бугульмы Николай Колесников стал чемпионом летних Олимпийских игр в Монреале. Золото спортсмен завоевал в полулегком весе, подняв 285 килограмм в двоеборье. В эти дни, но уже в 1980-м, Олимпиада была как раз в разгаре в Москве, и к своей очередной победе шла фехтовальщица Наиля Гилязова. На играх в Монреале ей покорился золотой пьедестал. В Москве же она завоевала серебро в командных соревнованиях.